Окунуться в новогоднюю сказку предлагают уже у самого входа в Александрию. Здесь можно как приобрести оригинальные, красивые и полезные подарки, так и стать участником шоу аниматоров. Ведущие праздничной программы «Дед Мороз и Снегурочка» не оставят без внимания ни одного проходящего мимо малыша. Дополняют картину танцевальные и песенные коллективы. Изобилие праздничной атрибутики, рождественских сладостей, подарков, новогодних украшений, в том числе и ручной работы, представлено уже в самом торгово-деловом центре. Фабрика Деда Мороза заняла весь третий этаж Александрии. Пушистые нарядные елки, Деды Морозы и символ будущего года коза. Все это в самых разных интерпретациях и на любой вкус. Мы распахнули двери волшебной ярмарки «Фабрика Деда Мороза». Весь месяц нас будут ждать волшебные подарки, сделанные своими руками. Мастера нашего города с любовью, с трепетом готовили эту ярмарку. Все гости нашей ярмарки смогут увидеть, приобрести, а самое главное сделать своими руками, руками своих малышей незабываемые новогодние подарки. На рождественской ярмарке в Александрии с пользой можно провести целый день. Помимо всего прочего, здесь можно освоить народные ремесла, изготовить подарок близким из стекла и даже глины. Я хочу сделать своими руками скворечник, будет мастер-класс скворечников, потом его понесу на выставку в школу. Так все замечательно, купили уже пару вещей и боимся потратить все деньги здесь. Очень нравится, очень здесь здорово. Настолько душой вот тепло, говорю, не хочется даже выходить отсюда. Кое-что купила, что-то присмотрела, вот еще приду. Так что очень мне понравилось. Новогоднее настроение здесь, конечно, чувствуется. Все празднично, красиво, ярко. Фабрика Деда Мороза работает ежедневно с 12 до 21 часа. И самое главное, 18 января, в последний день работы рождественской ярмарки в Александрии, состоится большой розыгрыш призов, участие в котором примут все гости, совершившие покупку от 3000 рублей. Участников, обещают в торговом центре, ждет сюрприз. Ольга Десятова, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.